Росгвардия впервые отмечает свой профессиональный праздник. День войск Национальной гвардии был установлен приказом президента, в том числе для сохранения преемственности традиций. Ранее 27 марта отмечался День внутренних войск МВД, которые в прошлом году и были преобразованы в Росгвардию. Свою историю войска ведут с марта 1811 года, тогда император Александр I своим указом сформировал воинские батальоны внутренней стражи. Они стали одной из важных частей охранительной системы государства.